И мы прямо сейчас получаем! И мы получаем! Не отдали! Обалдеть! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня мы узнаем, что же я получил за 1000 килов в новом режиме пляжная вечеринка. Потому что ходят такие легенды и мифы, то, что можно получить Nameless фрагмент. Просто представьте, как же это круто. Поэтому, ребята, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал. И мы начинаем вашу любимую рубрику. Так, ребят, ну что же, все выбрали регион Чили, все, просто все. И на счет 3 мы запускаемся. Надеюсь, я встречусь вместе с моими подписчиками. Китоп, брат, ты готов? Да, готов. Ребята, вы даже не представляете, насколько же тяжело записать подобное видео. Пожалуйста, прожмите лайк и подписку. Ребята, не может быть, спустя 1 000 000 часов мы все-таки запустились. Вы даже не представляете, насколько же это сложно. Раньше это было гораздо проще, но мы запустились, ура! Это лобби только из моих подписчиков. Так, ну что же, в чем суть? Мне надо просто отнести максимальное количество зонтов. Ребят, зонты трогаю только я. Да, ё-моё, не кидайте ничего, мужики! Зонты трогаю только я. Так, я взял зонт, имбулечка, и теперь я лечу ко мне на базу. Имба! И отношу на мою базу зонт. И мы получаем халявные очки. Ребята, не может быть, как же рад. Так, я отнес. Все, первый зонт доставлен. Так, и по пути, ребята, я буду всем давать маслины. Сюда, родники мои. О, давайте, знаете, как мы с вами сделаем? Вы просто стоите у вас на базе, поняли, пацаны? Возле вашего зонта. Все, поехали, идеально. Да-да-да, вот тут стойте, все идеально. Мои вы маленькие, давай, родненькие. Ребят, не обращайте внимания на мой пинг, потому что мы запустились на регионе Япония. И то это было очень тяжело. Так, ну что же, отношу еще один зонт. И, ребят, итого, у меня уже обалдеть. Просто посмотрите, у меня уже 18 очков. Да, это немного, но тем не менее тоже прикольно. Так, ребят, давайте максимально быстро. Я бегу забирать ваш зонт и по пути вам всем ставить маслины. А? Давайте сюда, пацаны, маленькие вы мои. Ай да красавцы. Ребята, запомните ники этих героев, потому что они все жертвуют с МКД ради того, чтобы вы смогли посмотреть видео. Так, все, ребятки, относим зонт. Слушайте, я походу нашел путь, как можно максимально быстро перемещаться. Смотрите, я иду просто сюда. Да, а ну-ка, вот так быстро. Пишут, когда соберешь 5 зонтов, игра закончится. Ничего страшного, ребята. Это только первая катка, у нас еще будет таких каток несколько. Так, по пути даю всем маслину. Идите, мои вы маленькие, всем по шапочке даю. Так, я забрал 4-й зонт. Я бегу ко мне на базу. И... давайте, ребята, максимально быстро доносим этот зонт. И... ой, хорошо-то как. Так, 4 зонта мы отнесли. Теперь я несу ластовый 5-й зонт. И мы посмотрим, что же я за все это получил. Так, все, пацаны, поехали. Взял зонт. По пути всем ставлю маслины. И... опа-па-па-па. Отношу последний 5-й зонт. И пишут, как только я его отнесу, катка закончится. Так, ребят, нормально. Для первой катки очень даже неплохо. Давайте посмотрим, что же я получил. Давайте. Киллы делаю только я. Так, все. Победа! Ура, победа. Так, ребята, что же мы сейчас получим? Возможно, мы получим какой-то фрагмент. У меня 45 очков. Да, это не супер много, но тем не менее очень даже неплохо. Внимательно смотрим, что же мы получили. Я получаю 540 опыта. И что же мне дадут? Прошу, дайте Nameless фрагмент. А вот и все. Эбельки рассказамбусы. Ну что же, ребятки, каточка номер 2. И в этой катке я пробую нафармить максимальное количество киллов. И вы спросите, как я это сделаю? А все будет максимально просто. Я вот так, ребят, беру пушечку и просто всем буду давать по шапке. Алло, где все остальные? Почему тут только их двое? Алло, пацаны, сюда! Бегом. Также буду забирать ваш зонт. Так, моя команда, не путайтесь перед экраном. Ой, сюда, мои вы маленькие. Быстрее все бегите ко мне. Умнички вы мои, ребятки. Опа, давай, братуха, колчите в ухо. Ой, хорошо-то как, ребята, у меня уже, вдумайтесь, целых 8 киллов. Ну, я сделал. Обалдеть, уже 11. Как же мне интересно, что же мы получим. Как вы думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях. Потому что, если в прошлой катке я пытался отнести как можно больше зонтов, то в этой катке я отнесу ровно 4 зонта и на фарм их можно больше киллов. Так, ребята, буду вас всех садить на мой кирголд, потому что, к сожалению, у меня закончились патроны. Сюда, мои вы маленькие, сюда, братан, ай! Просто запомните имена этих героев. Ай да красавцы, ай да умнички-то какие. Ай, сюда! Ох, ребят, у меня уже 21 очко. Ой, хорошо, дай как! Сейчас все в комментариях будут шутить, что у кого-то одно, у меня 21. Так, поехали, 23. Ребят, быстрее. Ваша задача просто подойти и замереть. Вам даже не надо двигаться.
Вот и думай головой. Так, нормально. Ой, ништяк. Я вам говорю, тут мы по-любому получим минимум косарь опыта. Я в этом просто уверен. Так, ребят, бегите, бегите, бегите. Ай, хорош, Олди, хорош, Фикси, хорош, Джа-Джа. Ай, да умнички мои. Давай, мужик, опа. Просто все гении. Все, кто тут играет со мной, обожаю вас. Ребята, как вы думаете, что мы получим? Поставьте видео на паузу и напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. Потому что мне очень интересно посмотреть, что же мы все-таки получим. Так, у меня уже, тем не менее, 40 очков, обалдеть. О, у меня какие-то патроны появились, прикиньте, в бластере. А ну сюда, родники мои, давай. Опа-па, опа-па. Так, давай, 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 быстрее, где ластовый, где ластовый? Пиндрить, колотить его заново. Давай, брат, вот так вот я маслину ставлю смаченькую с моего керамитика голд. И, ребят, у меня уже 50 кило. Это имба, быстрее, 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 быстрее. Ребят, нам в идеале дойти до соточки. Где противники, вашу машу мордой в кашу? Ой, хорошо, так как 53 кило. Ай, да молодцы, 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 ребята. Просто лучше. Я вами горжусь. Так, а где все? О, а давайте спробую с динамит кинуть вас. А ну-ка. А ну-ка. Имба. А ну-ка. Ох, ничего. Так, пацаны. Сюда, сюда, сюда. Так, уже 60 очков. И давайте я буду параллельно относить по зонтику. Поняли? Не понял. Вот так, сейчас давайте я сделал последний раз вас мачкану. И после этого сейчас буду относить зонтик. Ребят, наша задача нафармить 100 очков. Я очень сильно хочу 100 очков. Так, а вы в курсе, то что на булдропе тоже вышло новое обновление? И знаете что? Туда приплыл злой мегалон, которому вы должны навалять. И за то, что вы его будете дубасить, вы получаете бесплатно энергию. А потом, при помощи этой энергии, вы можете получить бесплатно топовые арканы. Прикиньте, как же это классно. И, конечно же, ребята, я вам придам немножко мотивации залететь на булдропчик. Потому что у меня для вас есть три подарка. Первый подарок — это бесплатная энергия. Второй подарочек — это бесплатный сундук. И третий подарок — это дополнительный процент при выполнении. Все нужные ссылки находятся снизу, а мы идем дальше. Первый зонт максимально быстро я беру и отношу. Первый зонт, давай! Ой, хорошо! Первый зонтик мы отнесли. Теперь, ребятки, вы, главное, стойте возле вашего зонта. Нормально, нормально, хорошо, так как! Отношу зонтик номер два. Самое главное, 100 очков. Нам надо нафармить 100 очков, ребят. Тут ничего сложного нету. 100 очков. Обалдеть, у меня 66 кило, вот это я жесткий. Так, найсик, уже 76 очков. Ребята, вы стойте на вашей базе возле вашего зонта. Ой, хорошо, так как! У меня 79 очков, просто представьте. Давай, братишка, 79 очков. 80 очков! Что мы творим? Ребята, надо дойти до сотки. Максимально быстро надо дойти до соточки. Давай, давай, давай. Ай, хорошо, так как 3 зонта от него с папочка. Ребята, 85 очков. Давайте, просто по фасту, мы должны это сделать. Я уверен, мы это сделаем. Все, Насик взял зонт. Взял зонт. Давай, братуган. Вот так дал тебе по шапке и бегу обратно тащить зонт. 5 минут later. Так, мужики, я не верю, у меня уже 95 очков. Мы это делаем, мы это делаем. Да, просто вдумайтесь. Да, 95 очков. Так, мужики, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Давайте. 98, 98. Подбираю последний, 5-й зонт. Подбираю, подобрал его. Где все, ребята? Быстрее ко мне бегите. Быстрее, остается очень мало времени. Давай, давай, у меня уже 100 очков. Я еще хочу еще отнести зонт. У меня 100 очков, и я отношу зонт. И как вы думаете, что же я прямо сейчас получу? Все, ребята, последний зонт. Где последний зонт? Отношу 3, 2, 1. Успел, успел. И мы прямо сейчас получаем. И мы получаем. Обалдеть! Посмотрите. Посмотрите, что получаем. 1260 опыта. Это нереально. Как же это много. Мне отдали. Мне отдали кастик на халяву. Оу, май. Посмотрите, просто все в чате в шоке. Я не верю моим глазам. Так, ну что же, ребята, третья катка, и я хочу пойти на рекорд. Так, я максимально быстро, я максимально быстро. Стой, 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 надо, надо, надо давать максимальное количество кило. Так, пацаны, чё за дичь? Вы это видели? Как будто стендов понимает, что тут нечисто. Ё-моё, что происходит, мама дорогая? Уже прошло 30 секунд, я еще не нафармил ни единого очка. Так, ребята, бегу, бегу, быстрее, 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 быстрее. Мои вы умнички, все бегите ко мне, все бегите на базу КТ. Ай, молодцы-то какие, ребята. Прямо сейчас в этой каточке я хочу бросать по вам вот такие вот хаешечки. Имба, 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 имба. Просто лучшие, ребята, лучшие. Давай, давай, умничка, быстрее. Все бежим ко мне максимально быстро, максимально быстро. Мы должны поставить рекорд. Надо нафармить больше, чем 100 кило. Быстрее бегите ко мне со всех сторон. Откуда только можно. Умничка, умничка, просто лучше. Вы гении, гении. Ребята, кидай динамитик. В динамит бегите, бегите. Давай, ой, хорош, ой, хорош. Так, подошли, замерли. Ребят, немножко все подлагивает из-за того, что мы играем на регионе Япония. Ох, ребята, уже 18 кило. Давай,
это красавцы! Давайте, на Керыч будет быстрее, если буду их садить. Давай, 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 родной, давай, давай. И замри, 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 поняли? Подходите и замирайте, не надо двигаться. Да не надо двигаться, кто по мне кинул хаешку-то вашу Машу мордой в кашу. Давайте, ребята, ох, красавцы, уже 25 кило. Я говорю, это походу это будет рекорд. Походу это будет рекорд, мы это сделаем. Давай. Ой, блин. Давай, давай, почему все так лагает, ребята? Потому что Трион Япония, поверьте мне, чтобы записать вот это вот видео, мы потратили нереально много усилий. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас вашим лайком. Так давай, 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 Улдик, давай, давай, давай. Бросаю, давай динамит бросаю. Давай, брат, оп, раз. Я сам по себе попал, у меня 16 кп. Так, все, ребята, теперь главное себе урон не отнимать. Максимально быстро все бежим ко мне. Быстрее, пацаны. 40 килов, давайте, 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 давайте. Ну, теряем время, теряем время. Так, все, я даю сейчас последнюю парочку килов, и я иду относить зенты. Все, я иду относить зенты. Что происходит? Я приземлился на какое-то здание. Как зонт отнести? Обалдеть! Что происходит, ребята, с этой игрой? Объясните мне, пожалуйста, хоть кто-то. А знаете что? А давайте мы ни одного зонта не отнесем в этой игре. Как им идея? Вот просто ради интереса, ни одного зонта мы не отнесем, а? Вот просто я буду давать вот так вот килы и все. Вот кто победит, как вы думаете? Вот прям ни одного зонта не отнесем. Вот я буду килы давать. Мне же интересно стало, а? А давайте такой небольшой, ребята, следственный эксперимент. Давайте, братва, братва, давайте. Давай, братуха. Так, 52 кило. Ай да, умничка. Давай, давай, давай. 53 кило, давай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну кто там, ребята? Ой, умничка. Замри. Все, красавцы, красавцы, красавцы. И подходи. Все, братан, давай. У меня 58, 59, 60. 61 кило. Май. Это невозможно, ребята. Невозможно, возможно, когда ты кента ПК. Ох, блин, ребята. Ох, да ё-моё, почему такие живущие-то, как тараканы прям? Так, 64 кило. Что мы творим? 65 кило. Вот реально интересно, что мы получим, если я не отнесу ни единого зонта. Как вы думаете, напишите прямо сейчас в комментариях. Опа, опа-па-па-па-па. А ну-ка, сюда подвинься ты. Куда ты бегаешь? Как будто у тебя шило в одном месте. 71 кило. Ай, да мы с вами красавчики. Ай, да красавцы. Ребята, запомните имена этих героев. Они все жертвуют своим ММРом ради вас. Ради нас с вами. Здорово, брат, здорово. Здорово. 77, 78. Походу мы добьем больше, чем 100 кило. Я отвечаю, я уверен, у нас сейчас будет больше, чем 100 кило. Ребят, быстрее, 81 кило. Быстрее, 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 быстрее. Идем на рекорд, идем на рекорд. 82, 83, 84. Давайте, ребятки, быстрее. Если бы еще ничего не лагало, цены поэтому не было. 86. Ребята, надо бить больше, чем 100 кило. Я уверен, мы это сделаем. Давай, братан, давай, давай, давай. Ну. Быстрее, быстрее, братан. Давай, давай. Быстрее, 91 кило, ребятки, быстрее. Давай, ну. 93, 94, 95. Быстрее, вот я тут прям, я уже к вам на базу бегу. Чувак, вот я, замри. 96, быстрее. 97, 98. Так, и что же мы получаем? А ну-ка, ребята, как мы что получим? Так, мне очень интересно, пишет ничья. А сколько опыта я получу? А ну-ка. И 1200 опыта, я все равно получил очень много опыта, что? Обалдеть, и мне выпадает 20 добрых серебра, чего? Короче, братва, вот такое вот вышло видео. Если вы хотите, чтобы я сделал все то же самое, но в соревновательном режиме, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк и подпишитесь на мой канал. Я уверен, у нас все выйдет. Кто хочет получить бесплатный ББ от меня, прямо сейчас впереди подпишись на мой ТГ. Ссылка есть в описании. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока-пока.